Знаете, что важно? Не быть узником своих прошлых желаний. Кстати, люди очень любят ловить на этом. Ох ты, ты же хотела то, ты же хотела все. Да, хотела, но сейчас не хочу. Нужно обновлять свои желания, нажимать F5. Каждое мгновение, да? Не будь узником прошлых желаний. Да, колдую и я. Степа и я. Еду в Москву. Ехала я за одним, а сейчас я полежала, подумала. Лучше намутить кое-чего поинтереснее. Есть у меня мысля. Одна. Будьте своими узниками, не будьте узниками. Вы всегда свободны, понимаете? В свободном выборе, свободно куда пойти. Вы же каждый раз меняетесь. И решения, которые вы принимали, так скажем, вчера. Вы же за вчера, так скажем, за ночь, которую вы спали, вы уже изменились. Так зачем же идти за желанием, которое вы хотели вчера? Это было вчера, вы понимаете? У вас уже прошел сон. Сон вам что-то новое рассказал, понимаете? Ну, у вас уже, так скажем, вы обладаете еще большей новой информацией. И в соответствии с этой информацией вы должны принимать уже решение, что делать сейчас, понимаете? Если вы решаете... Если... Я с комментариями снимаю. Не стесняйся. Не стесняйся. Так вот. Если вы решаете дальше следовать своему желанию, окей, дальше следуйте. Все хорошо, значит, ваше желание осталось. И знаете что? Таким образом отсеиваются, так скажем, ненастоящие желания. И остаются лишь фундаментальные. Вы знаете, что вот такими способами вы можете определить, свое фундаментальное желание, свою фундаментальную цель, свое главное, для чего вы здесь. Главное, что вы должны сделать на этой земле. Потому что когда отсеивается все, остается одно. Одно и вокруг пустота. И когда вы двигаетесь к этому желанию, к самому своему фундаментальному, вам начинает сопутствовать удача, потому что вы выполняете свое предназначение. Понимаете? Предназначение. И у вас, так скажем, когда вы идете к этому предназначению, вам нужно пройти уровни. На каждом уровне свое решение. Одинаковых решений не бывает. Понимаете? Думайте, как решить загадку. Чувствуйте. Разумом тут не понять ничего. Чувствуйте. Разум абсолютно для другого. Я вам попозже расскажу, для чего разум нужен. И какую роль играет интуиция. Вы знаете, что интуиция и чувство, оно идет главнее, первее, чем разум. Все думали наоборот? Кто-то вообще чувствами интуиции не пользуется. Это совсем глупо. Кто-то немножко пользуется. Я вам скажу. Нужно пользоваться еще больше, чем вы пользуетесь. Да? Еще больше развивайте это. Да, ошибайтесь, пофигу. Развивайте, ошибайтесь. Изучайте, как она работает. Как интуиция ваша работает, как чувства ваши работают. Вы достигнете намного больше, чем разум. Разум, нихуя вы не поймете. Нихуя. И никуда вы не дойдете разумом. Пока вы действуете разумом, мы уже летаем на ковре самолете.